Также в Зирихсе задали вопрос. Один человек устроился на работу, и его тревожит, как бы по ночам тревожит, так он, как говорит, джинны, то есть не дают спать, душат и так далее. Вообще вопрос часто задается, и бывает такое, что если человека тревожит что-то ночью, и там удушье и так далее, то, во-первых, какие советы? Во-первых, ложиться спать с омовением, тахара. Перед тем, как ты лег спать, прочитал сурат аль-Фатиха 7 раз, прочитал аят аль-Курси 3 раза, прочитать сурат аль-Ихлас 3 раза, сурат аль-Фалак 3 раза, сурат аль-Нас 3 раза. То есть 5. Фатиха 7 раз, аят аль-Курси 3 раза, куль ху Аллах фалак нас 3 раза. Подуть и обтереть это тело.